Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Маклай. Сегодня меня пригласили на специализированную пожарно-спасательную станцию, ну, как блогера, посмотреть, показать, рассказать. Меня заинтересовал вот этот Урал, друзья. Супер новая штука. Полгода назад пришла сюда. Это Урал Next, и на его базе специализированная крутая пожарная машина. В общем, давайте посмотрим, что здесь есть, что внутри. Все расскажем и покажем. Погнали. Это АЦ-640 на базе Урал Next. Пожарная цистерна, так называемая, высокой проходимости. Возит огнетушащие средства, воду в количестве 6 тонн и пенообразователя в количестве 360 литров. Ну а чтобы понимать, 6 тонн это много или мало вообще? Ну, чтобы понять, 6 тонн, ну, в среднем, вот обычный, вот какая-нибудь, ну, довольно-таки достаточно. Вот. Если на примере КамАЗа, да, то Урал возит в два раза больше воды. Угу. Два раза больше. А по проходимости? По проходимости, конечно, Урал выше, соответственно. Ну, то имеет три оси. И на сегодняшний день это вот прям самая крутая пожарная машина. Которая... Ну, для сказать, что для бездорожья, да, или там заснеженные дороги, или грязь, можно сказать, да, проходимее, чем у КамАЗа. Мне кажется, дизайнеры, да, постарались ему внешний вид создать такой, если, мне кажется, угрожающий, вот, можно сказать. Слово «Урал» убрать вообще, не поймешь, что это за... Пойдем в кабину. Кабина боевого расчета, да? Кабина боевого расчета называется. Сюда? Да. Тут находятся носилки. А, носилки — это вот эта вот штука. Да, жесткие. Не сказать, что прям много места. Ну, вот они, дыхательные аппараты. А, они прям вмонтированы, получается, сюда. Ну, то есть отцепляете, снимаете их. Вот он, дыхательная маска панорамная. Ага. То есть одеваете, открываете баллон. Сначала проводим мы, как положено, проверку, потому что от этого зависит жизнь пожарного, так называемых газодымозащитников. Ну и кого мы спасаем, потому что также имеется для этих аппаратов спасательное устройство для эвакуации. Ну, то есть, получается, человек садится, и он сразу, пока машина едет, он его уже, конечно, раз на себе уже застегнул. Да, он, и в нем он выходит. Это резервные, ага. Вот они. А они в чехольчиках, потому что защита от механического повреждения. Угу. Тут, получается, 4 человека сидят. Да. Оп. Так, ну и самое интересное, что там. Так, лезем в кабину. Вот это все штатное ураловское, да? Оно так вот на новых Уралах вот так все выглядит, по идее. Или, ну, здесь Next тоже по два специализированные? Да нет, я думаю, навряд ли. Все стандартно. Видите, газ написано. Ага. Масса отключена. А это рации. Вот это что такое? А это вот все узел. Ну да. Ну это освещение отсеков. Прожектор передний, прожектор задний, освещение рабочих зон при работе в темное время суток, то есть включаются фонари. Чем что есть в комплектации? Да. Ну, давайте начнем, наверное, вот отсюда. Здесь у нас гидравлическая станция находится, да? Гидравлическая станция. К ней подключается, я сейчас вам покажу, что. Тут у нас огнетушители. А вот что подключается к насосной станции. Разжим кусачки, какие-нибудь металлические конструкции, разрезать. Это более используемое, более распространено вот это. Потому что она как разжимает, так она и кусает. Ага. А это только... А это более, да, на перекусывание. Если, что у нас техника, да, техника, говорят, как у нас не люди, люди не ломаются, а техника ломается. Это ручной насос. Также подключается, как и... автоматизированная станция, да, и качаем, да, вручную. И прям, да, руками можно, получается, перекусить машину? Конечно. Такое давление создается такое же, как и станция, только, конечно, чуть подольше, но уверенно все выполнится, задача какая поставлена. Тут у нас разветвление находится. Пожарная колонка. Это ранцы для тушения сухой травы.
Ну, я думаю, вам тут знакомо. Так, лопаты, топор, топоры, лопаты. Ломы. Лопаты, сам, а топор самый обычный или какой-то специальный пожар? Потому что я смотрел у американцев, там какие-то прям супер топоры, которым там все на свете можно делать. Вот он, штурмовой топор. Все на свете. Все на свете. У нас есть хулиган, так называемый. Сейчас мы пойдем, когда в кабину боевого расчета, я вам его покажу. Вот такой, да? Ну, понимаете, да, чем отличается? Ну, да, он огромный вообще. То есть, что-нибудь им вскрыть. Ничего себе, он тонну весит. Класс. Вот он получается у нас насос пожарный, да? 40 литров в секунду. Вон он, пульт управления, уровень воды, пенообразователя. Лом универсальный, да, можно кувалдой дверь ломать, зацепить, также что-нибудь. Какая чудовищная штука вообще. Здесь что? Ну, так называемый бензорез. Теплоотражающие костюмы в количестве трех штук. Я вам уже, по-моему, показывал, да? Имеет отражающие элементы. Бензопила, я думаю, всем знакома. То есть деревянные конструкции тоже приходится разбирать. Ну и... Самое главное. Да. Пожарная рукава. Друзья, вот такая вот крутая машина. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну, а я сегодня подружился с пожарными и спасателями. Буду частенько сюда приезжать, снимать что-нибудь интересное. Вот. Подписывайтесь. Миклуха Макфлай, пока.